Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим просто о замечательной вещи, на самом деле, которая будет мотивировать играть на основных персонажах. Это жетоны легендарных предметов. Относительно недавно эта вещица была введена на PTR Patch 7.3.2, то есть я вам напомню то, что если вы сейчас зайдете в Battle.net клиент и выберете не основную свою учетную запись Легиона, а PTR World of Warcraft, то там уже установлена запись 7.3.2 версии, и на ней уже можно поиграть и что-либо потестить, какие-то игровые новинки и механики. Так вот, в базу данных были добавлены эти легендарные жетончики, которые пересылаются по учетной записи Battle.net. При их создании мы получаем легендарный предмет сразу тысячного уровня для определенного класса. Как я уже сказал ранее, или мысли опережают мой ход речи, на самом деле такое возможно, то, что эти легендарные предметики, жетоны, будут падать лишь на тех персонажей, на которых мы получили абсолютно все легендарные вещи. На своего воина я получил все легендарные вещи в середине июля, то есть абсолютно все, на все специализации. И таким образом, ну, я не могу уже просто получать легендарные предметы, просто нечего лутать абсолютно. Именно для этого введены такие вот жетончики. Я получу этот жетончик. Он упадет, скорее всего, не на воина мне, то есть в плане использования класса сам жетон, а, допустим, упадет жетон на рыцаря смерти. Я пересылаю этот жетончик на рыцаря смерти, выбираю нужную мне специализацию, кровь, лед, нечестивость, скрываю и получаю предмет сразу тысячного уровня. Тот легендарный предмет, которого в списке я не получил. Существует этих жетонов 12 аналогов. То есть все идеально, для всех абсолютно есть. Как они будут прокать по классам эти жетончики, абсолютно непонятно. Будет ли умный прок этих жетончиков, мол, типа такого, что если у вас нету, допустим, жреца 110-го, то, скорее всего, вам не будет падать жетон тысячного легендарного предмета на именно жреца. По крайней мере, я на это надеюсь. Допустим, мне эти жетоны на мага, на жреца, на разбойника, на монаха, на охотника, на демонов и много других классов вообще в принципе ни к чему. Я бы, допустим, хотел пролутать эти жетончики с воина хотя бы, ну, изредка так пролутывать. На рыцаря смерти своего, на паладина, не знаю, как вариант, полутать эту шапочку на, как он там, свет защитника называется, да? Хилочка от недостающего хп, которая хилит. То есть такие вот прочие моменты, которые... было бы весьма интересно пролутать. Посмотрим, какой дроп у них будет. Наверное, такой же, как и у обычной легендарки, в принципе. Раз в неделю-две, все зависит, опять же, от вашего темпа игры. Касательно того, как пролутать легендарные вещицы, откуда их вообще получать, в принципе, в нашей всеми любимой игре есть отдельный видосик по этой теме. Достаточно, кстати, популярный. По-моему, если сейчас открыть новости канала, то он является самым первым по... просмотром. Либо мне кажется. Это можно проверить относительно быстро, на самом деле. Вы-то Warcraft смотрите, а я не. Да, это самый популярный видосик на моем канале. Почти 90 тысяч просмотров. Вот до 100 доведете, я буду просто счастлив. Все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Лутаем легендарные жетоны в обновлении 7.3.2. Еще раз напомню, что они падают только тем персонажам, которые пролутали абсолютно все легендарочки. Сколько их там? 21 на воина у меня получилось в итоге. На рыцаря смерти чуть больше, на друидов, увы, еще больше. Но люди, играющие с начала Легиона, думаю, получили их все. Кто получил все легендарки, плюс в чат. Берегите ноги, легендарок вам. Счастья, здоровья, голды побольше. До скорого.